Мутная, холодная вода. На это не раз жаловались жители частного сектора, расположенного за проспектом Ешлик. Эта проблема, наконец, будет решена. Сегодня предприятие «Челны-водоканал» приступило к ремонту изношенного водопровода на улице Абдуллы-Алиша. При въезде на улицу Абдуллы-Алиша в глаза бросаются несколько разрытых ям. Здесь начался капитальный ремонт водопровода. Специалисты провели проверку состояния труб после многочисленных жалоб на качество воды, которые поступали от жителей микрорайона. Обследование показало, что степень осадка на трубе достигает более 50%. На настоящее время уже проведена санация участка 300 метров, то есть труба прочищена и покрытая изнутри специальным цементно-песчаным покрытием. На период проведения ремонта до некоторых домов будет проложен временный водовод. По всей длине металлической трубы будет протянута полиэтиленовая, меньшего диаметра. Сложности добавляет то, что большая часть подземных сооружений уже изжила себя, и добраться до аварийной точки не всегда получается. Колодцы некоторые, вот как здесь широкий колодец, то есть скрыли, в него можно запустить трубу. Некоторые колодцы узкие, их придется демонтировать, после ставить или же новые, или же эти восстанавливать. Для жителей ближайших микрорайонов отключение воды не стало серьезной проблемой. На улицах их ждали 3 водовоза. Люди в курсе дела, они на своих машинах берут эти емкости, подъезжают, набирают воду. Если нет такой возможности, звонят через диспетчера, я подъезжаю по адресам, которые сообщают. И там пожилые люди в основном, они набирают воду. Я не пользуюсь водовозкой, потому что мы заранее все успеваем сделать. А так люди, да, подходят, видим, что люди подходят, кто не набрал воды. Там есть общественные организации, тоже туда набираем воду. Очистка трубопровода должна быть завершена сегодня, после чего челнинцы получат холодную воду в дома. А вот работы по замене труб продолжатся еще около месяца. Однако неудобства в связи с отключением воды жителям частного сектора больше не грозят, заверили в Челны-водоканале. Виктория Евсеева, Любовь Захарова, Дмитрий Кравченко, Челны-24.